Wer keine Fremdsprache spricht, kennt seine Muttersprache nicht. Johann Wolfgang von Goethe. Так звучить язик Шиллера і Гёте із уст їх соотечественников. О жизни двух известных немецких поэтов рассказывают участники программы международного обмена Майк Дитрих и Антея Хайниш. Языковой лингвистический лагерь в городе бывает дважды в год. Участвуют в нем ребята из всех слободских школ, изучающие немецкий. Темы для общения разные. В этот раз здесь проходит викторина на знание биографии классиков немецкой поэзии и конкурс чтецов. Da ein Knab, ein Rösling stehen, Rösling auf der Heiden, war so jung. Und morgen schön lief schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Английский в качестве первого иностранного для изучения школьники начальных классов выбирают более охотно, хотя владеть им, зная немецкий, гораздо проще, считают специалисты. Так называемое вымывание немецкого языка из российской школы преподавателей удручает. Это больной вопрос наш, насущный. Хотелось бы очень, чтобы немецкий был таким же популярным языком, как английский, но, к сожалению, так получается, что немецкий выбирают немногие. Все-таки я считаю, что должны быть два иностранных языка в гимназии обязательно, потому что это наша традиция давняя. Всегда существовали два иностранных языка. Хотелось бы, чтобы так оно и было. Лицеистка Лена Чашникова свой выбор все же остановила именно на немецком и ничуть об этом не жалеет. Это стихотворение о розе на лугу. Один мальчик увидел розу, он захотел ее сорвать. Он ей говорит, что я тебя сорву. Роза ему отвечает: «Не надо, пожалей меня». В итоге он ее сорвал. У меня брат учит немецкий, мне мама посоветовала его выучить. И мне очень понравился мой выбор. С ней в команде еще двое лицеистов – Сава Менчиков и Настя Головченко. Оба мечтают побывать в Германии. Немецкий, мне кажется, интереснее, чем английский из-за его произношения и истории слов. Он легче, с ним веселее, там многие похожи слова. Из-за учительницы еще. Учительница очень хорошая, веселая, любимая. Педагоги признают, выучить стихи зарубежных классиков в оригинале и выразительно их прочесть – задача не из легких. Интонационные нюансы в каждом языке свои. Майки Антея за ходом конкурса наблюдают с интересом. Я думаю, что они хорошо учили. И я знаю один стих тоже, это «Der Handschuh». Я вела каждый раз так. Я знаю, что ты говоришь. Нет, но это они очень хорошо учили там. Я тоже думаю, они очень старались и долго учили. И некоторые очень хорошо могли все понять, и нам очень понравилось. А сами много ли стихов знаете на русском языке? Сложно ли учить стихи на русском? Очень сложно, очень. Ну да, достаточно.